Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть в Cooking Simulator. Мне написали, что ресторанный критик придет через 5 часов. И, пожалуй, давай-ка мы с тобой приберемся на своем рабочем месте, дабы потом нигде не запутаться, потом нигде не напутаться, потом нигде не оплошать. И, в принципе, чтобы было гораздо приятнее глазу. Разложу пока все вот эти вот коробочки, бутылочки и какие скляночки. Посмотрю, сметаны у меня 200 миллилитров, и этого хватает для того, чтобы сделать борщ. Так что выбрасывать эту я пока не буду. Так. Ну, бутылки, я думаю, вот так можно будет разложить. А специи, получается, нужно, знаешь, как бросить? Нужно взять, положить вот так вот две самые основные специи. Это соль и черный перец, потому что они самые ходовые, и поэтому их нужно отделить от всех. Сахар пользуется, по-моему, самым наименьшим спросом, хотя как, это как глянуть. Я, кстати, надеюсь, что не будет плавать фон в этом видео, потому что в том видео я забыл закрыть окно, и к тому же лампочку всего одну включил, вот, которая на меня смотрит, а там ничего не включил, и фон, получается, был не освещен. И солнышко гуляло туда-обратно, и получилось там сзади меня такая белиберда. Мне пришлось там мучиться, и то один хрен не получилось до конца убрать. Поэтому в этом видео, надеюсь, что все получится. Ничего не будет плавать. Все будет красиво, все будет здорово. И ничего лишнего на видео не окажется. Но это я надеюсь. Не могу ничего обещать. Если здесь есть какие-то посторонние шумы, есть посторонние какие-то, не знаю, как правильно назвать, видимые дефекты видео, или же какие-то просто... Короче, если ты видишь, как, что сзади меня что-то там вот требыхается, то это я. Это я просто не смог это убрать. А мы тем временем... кстати, хрен-то вот их целых два, так что давай-ка мы вот сделаем вот так. А вот это положим вот сюда. Одинаковых у меня не так много. Это только хрен и больше ничего. Это что? Это молотый кумин. Молотый кумин — это хорошо. И, кстати, у меня его так и не было. Все-таки я пересматривал прошлую серию и подумал, что у меня он где-то есть. Но нет, его нигде не было. Кастрюлю пустую сложу вот сюда. Давай, готовые блюда стоять будут вот здесь. Давай, конечно, поломай здесь все. А, это суп. Это который с уткой. Да, кстати, как написала одна девушка, может быть, нужно перемалывать блендером там все это вот морковку и... Ну, вот в этом бульоне. Да, возможно. В следующий раз, когда приготовлю, тогда обязательно этим и займусь. Тут в целом-то вроде все как красиво, и ничего сложного нет. И по поводу комментария с перком про жаропрочность, можно сказать так, чтобы горячие предметы можно было трогать. Почему я утку не мог взять? Нет, утку я мог взять... Точнее, нет, у меня вкачан перк на горячие предметы. То бишь, я могу горячие предметы трогать. Но эта утка не бралась просто потому что. То есть там не... Тихо. Там не был какой-то... объяснимой этому причине. Причины. Она просто не бралась. Давай-ка мы... Да я не знаю, куда. Наверное, пусть вот здесь она и стоит. Да и в целом-то готово дело, да? Мы подготовили рабочую поверхность, мы подготовили себя, мы подготовили все. И теперь... Со всей смелостью заявляю, что мы готовы к приходу ресторанного критика, который придет через 5 часов. Ну-ка. Опа, рождественская буженина. Это ветчина. А сколько там нужно ветчины-то? Ветчины-то там всего ничего надо. Да, 300 грамм ветчины. Надеюсь, что они у меня есть. Ветчина. 300 грамм ветчины. Это 357, это 251. Пожалуй, возьму я... Вот этот кусок, который наиболее по весу подходит под требования. Их нужно. А, на две части просто порезать. Понял, понял, принял. Пожалуй, положу это вот так.
как говорится, нужно резать с жопы, потому что она жирная. Но здесь, у нас здесь нет жопы. Здесь получается вот где-то вот, ну пусть будет вот так. Тут как знать, знаешь, тут не попадешь. 150 и 190, вот и зашибись. Ну давай отсюда еще откусманим от 190 40 грамм. То есть вот тут нужно вот прям вот малипуську надо отрезать, вот такую вот. Да? Если тут будет 40 грамм, то вообще... То есть ты хочешь сказать, я не отрезал? Ты хочешь сказать, что я зря целился? Серьезно? Ну, придется резать вот так. Эх, блин, 136. Ну, а что поделаешь? Придется отдавать такой. Ну, а этот вообще в утиль нужно брать, убирать, потому что... Ну, потому что он никуда не пригодится. Как пользоваться духовкой? Здесь есть какой-нибудь, не знаю... Какой-нибудь обучающий семинары какие-нибудь есть или нет? Мне просто интересно, как это работает и как духовкой на самом деле можно пользоваться. Просто при моем последнем визите к этой духовке она сказала мне все. Так, слушай, но она пережаривается. Она пережаривается. Я не хочу, чтобы она пережаривалась. Может, на противне погреть? Да тоже не камильфо. Давай попробую поставить тарелку. Простая тарелка, просто. А есть здесь простота. Простота для запеканки, глубокая тарелка. Простая тарелка, большая тарелка. А есть здесь блюдце для микроволновки. Чашка комбайна, щипцы, противень, поварёшка, лопатка, дуршлаг, кастрюля. Разные. Огнетушитель, рождественский аксессуар, хлопушка. Нет здесь ничего, ведёрко, это все не то. Это же ведь глупость. Горелка, ну горелка это нет, она мне точно не нужна. По сути тогда получается, нужно взять маленькую тарелку и попробовать поставить ее вон туда. Да, так мы и сделаем. Возьму я. Раз, два. И пойду поставлю это дело в микроволновку. Надеюсь, в этот раз игра не сломается. И поставлю я на хай. На хай поставлю. Пускай. Пускай греется. Ну... Ну что? Да ладно тебе, ну. Температура еще не высокая. Подавать горячим нужно, поэтому ждем. Дольку апельсина нужно положить. Счастье 30 грамм. 30 грамм апельсина. 30 грамм лепесина. Лепесин. А лепесин. 30 грамм лепесина. Где здесь 30 грамм лепесина? 29 есть. 29 и пойдет. Кстати, а на какую тарелку нужно положить? Нет какого-то там строгого обозначения, нет? Положите на тарелку апельсин, веточку розмарин 5 грамм. Слушай, ну хрен его знает, короче, горячий это или нет. Давай, запущу я еще, пожалуй, на средненькую. И посмотрю, что получится. А есть тут время подкрутить? А, это стоп. То есть, все, здесь больше не... Да, во, все горяченькое. Ляпота. Беру я лепесинку. Лепесинку. И 5 грамм розмарина. Это одна штука. Ага. И на маленькой тарелочке несу 2 огромных куска мяса. Давай проверим. Хотя... Это же все-таки не этот, не критик, поэтому подам блюдо, пожалуй. Я же не хотел. Я же ведь тебе начал говорить, это же не критик, это просто обычный человек, поэтому зачем я ему буду проверять еду? И в итоге лоханулся и нажал на проверку. Ну ладно, ничего страшного не произошло. Закрывай духовку,
жду заказы. Обслужить гурмана — это очень требовательный человек, пинный под соусом из брокколи. А, я уже помню, как я это готовил, и все остерегался, что оно мне попадется еще раз. Литр воды, 5 грамм соли и пенне, 150 грамм. Верно я говорю? Да, соль 5 грамм, пенне 150. Соль. Соль — это самый популярный продукт, поэтому он стоит у нас в уголке, в сторонке, можно сказать. Пенне, вот. Кстати, а давай сделаем вот так. Ну-ка. Ну, типа... О чем учится-то? В одной 10 грамм. То есть, мне нужно... Ну-ка, возьми кастрюлю. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Так оно проще. И варить это все дело 60 секунд. Странно, что сейчас мне дают всего один заказ. Один заказ, мне не заваливают заказами. Это как-то очень, очень странно и подозрительно. Я думаю, что это не к добру. Соус, вода, соль, брокколи. Вода, соль, брокколи. Короче, то же самое с водой, солью. Не ту кастрюлю взял. Что, получается, еще одну, что ли, покупать? Ну ладно, давай куплю еще одну. Утварь, кастрюля, кастрюля. А, маленькая мне хватит? Нет, я большую буду покупать. Большая она всяко пригодится, а маленькую не везде можно использовать. А в большую влезет и маленькая, и большая. Логично? Логично. А в маленькую большую уже не влезет. Я считаю это непрактичным. Налил. Как говорится, насыпал. Ага. А теперь отключаю воду в макарошках. Я выключил по звону с креветками, а не по звону нового заказа, а не по будильнику. Это получилось как-то неправильно. Соус, давай, брокколи туда кидану сейчас. 150 граммуль. 150 брокколи. Где они тут лежат? Вот они. Раз, два, три. Все, и теперь варю это все в 85 секунд. Ого-го. Ну давай. 85 секунд. Что у нас с другим заказом-то? Жареные креветки. Ну это просто, поэтому пусть подождут. Так, здесь у нас что с тобой? Порежьте ингредиенты репчатый лук на части по 15 грамм. Но это не сложно, это на самом деле очень просто. Это одну луковицу надо 120 грамм порезать на 15-граммовые куски. Это делается вот в этом блендере, или как он там правильно называется. И мы идем дальше с этим луком куда? Мы идем дальше с этим луком на сковородку. Все? Все. Что-то как-то прям, не знаю даже. Как-то прям все так медлительно происходит у нас. Вот лучше бы так в House Flipper играл, да, скажи? Здесь-то нужно торопиться, здесь-то нужно все делать хорошо. И зря я сначала добавил репчатого лука. Ведь репчатый лук добавляется на масло. Блять. Ну, он сам выпал, я не виноват. Топленого масла нужно добавить 10 мл и веточку розмарина. Топленого 10. Угу. И пойду за веткой розмарина сгоняю. А потом выключу брокколи. Ага. Хорошо. И теперь я возьму сковородку. Возьму все луковки, кусочки лука. Разбреляю по сковороде. Смотри, как гоняет. Ну-ка, форсаж прям. И начну жарить. Сколько там секунд получается? Жарьте 30 секунд. 30 секунд.
Так, 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 так. 30 секунд я жарю. Добавляю на сковородку сметану, черный перец, брокколи и соль. Сметаны 40 надо будет добавить. Сколько там времени по креветкам? Хорошо все. По креветкам все здорово. Тут готовки на 2 минуты, поэтому когда будет 4 минуты, тогда и начну. Хорошо. Так почему-то опять лук не весь пожарился. Это странно. Хотя у них у всех одинаково заполненная шкала. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это баг игры. 30 секунд я пожарил. Добавляю 40 сметаны, черного перца, соли и брокколи. 40 сметаны. Где сметана? Сметана. 40 сметаны. Ну, наливайся. А может, не туда же? На ту же сковородку. Сметану, что? 3 перца, 3 соли и брокколи. Брокколи не указано сколько, значит, нужно все добавить. 3 перца. Ой, 3 соли, 3 перца. И туда же брокколи. Вот, видишь, я горячее достаю спокойно, то есть никаких проблем с этим у меня не возникает. А там именно был баг, наверное, какой-то с этой грудкой, она не бралась просто. Брокколи добавил, дальше что? Жарь 15 секунд. Жуть какая-то. Лук. Брокколи. Подожди, тут это и все и есть. Смесь брокколи, репчатый лук и веточка розмарина. Все, короче, надо добавить. Да? Ну да. Ну да же. Ну да же. Так, 4 минуты не наступило. 4 минуты наступает. Ладно, 15 секунд жарю. Я просто не понимаю, что здесь не так. Ну, нужно блюдо для запекания взять, да? Да, точнее не для запекания, а для запеканки. Пойду. Возьму. Выключу. Выключу. Видишь, там уже пережарился, и пережарилась и веточка розмарина, и вообще все пережарилось. Не знаю, прям как-то неправильно все это готовится. Но мы готовим по рецепту. Репчатый лук. Брокколи. Веточка розмарина. И, собственно говоря, сама смесь. Это суп уже, правда, называется, а не смесь. Ну, а что ж поделаешь? Вот вообще, вот это вот готовое блюдо. И правильно приготовленное блюдо, хочу заметить. Но нам в тот раз сказали, что там сметана лишняя. Как она там оказалась лишней, если она в рецепте участвует, я не понимаю. Так, беру, значит, я сковороду. Наливаю туда 10, наверное, да? А, 30 топленого масла, соли 10. Так, понял, все, 30 топленого масла. 30 топленого масла. 31, ну ладно, ничего страшного. 10 перца, 10 соли. Угу. Теперь 6 креветок. 6 креветок это просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закрываю. Разбрыливаю. Ну, чтобы равномерно пожарились, а то же ведь опять получится, как обычно. Как обычно получится. Ну-ка, все. И запускает все, жарится на 50 секунд. Теперь беру лимон. Лимон. Беру его, режу на четвертинки. Это также не особо сложно, поэтому. Ну-ка, это где-то вот здесь. И, возможно, даже где-то вот... Вот... Туточки.
21-19-21-19. Это, по-моему, самый идеальный лимон, который я когда-либо резал. Глубокую миску, глубокую тарелку. Беру, насыпаю туда лимонов. И свежие петрушки 6 грамм. Раз, два, три. Отключаю... А, и сюда смесь нужно, да, все это? Нет, 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 это не то блюдо. Все в глубокую тарелку. Подавайте горячим. Я не помню, нужно ли здесь выливать соус. Переложите на тарелку. Добавьте на сковородку, соль там, да-да-да. Все в глубокую тарелку. Ну, давай все переложим тогда в глубокую тарелку. А хотя здесь... Хотя здесь... Ну, ладно. Не хочется заказ просто просрать на ровном месте. Из-за своей тупости, из-за того, что я не помню, как готовится это блюдо. По-моему, соус здесь явно лишний. Хотя, как знать, как знать. Нет, смотри, 5 звездочек, значит, все хорошо. Значит, ничего лишнего я не сделал. Я просто мало ли что. Я же ведь переживаю. Тут вот на картинке не нарисован соус. И тем более две дольки лимона. Почему здесь обманывают? Почему? Что это за рекламный ход такой? Что это такое? Почему? От ресторанного критика сейчас поступит заказ. Пускай поступает. Так, что-то упало, по-моему, нет? Да, упало. И опять что-то упало. Я же говорю, упало. А ты нет, 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 нет. Подавай. Так, все верно. Все здорово. 5? О, блядь, опять 4. Да чтоб ты... Ну что такое, почему? Опять сметана лишняя. А, сметаны слишком... Я налил на 1 миллилитр, по-моему, больше сметаны, чем нужно. Соли слишком много в соусе. Черного перца слишком много. Плохая техника резки у лука. И слишком холодная смесь. Ой, господи, ладно. Ушел в хорошем настроении, поблагодарите шеф-повара, сказал он. Да пошел он в жопу. А, дилетантство. Нет места для дилетантства вот с этим товарищем. Возьми стейк 220. 4 соли, 4 перца, да? Стейк. Положил. 4 соли, 4 перца. По 45 с каждой стороны. Нет, подожди, вот сюда вот переложу, чтобы не гонять специи по всей кухне. 4 соли, 4 перца. Угу. Ща отведает он моего стейка. Вот это вкуснятина. Я уже его с рождения готовить научился. Долго ждать, уважаемым специалистом, ясно. Да пошел ты знаешь куда. Специалистом. Знаем мы таких специалистов. По 10 на дню к нам приходят. И ничего, довольны все. Теперь беру картошку. Ну, картошку, естественно, я резать буду, ну, как все люди режут. По-человечески, в комбайне. Я не буду выеживаться, потому что я сейчас порежу ножом неровно и получится, как всегда. Скажут мне потом: о, зачем ты вообще начал ножом резать, у тебя плохо получается. А я что могу сделать? Хоп. У меня хорошо получается солить. Можно мне здесь только солить? Пойду. Переложу. Раз. И переложу два. Все. Тихо. Опа, все. Чуть не провафлил момент. Это ж как так можно было-то, ну? Чуть не пережарил ему стейк. Вот стейк пережарить — это плохо. Самое главное — это... это ничего не сжечь. Ну-ка. 47, 46, 45. Погнали. Теперь беру сеточку. Беру всю картошку. Куда-то она улетает. Фокусы какие-то. Фокусы. Кладу вот сюда. Наливаю маслом. И так как здесь не так долго все это готовится, оставляю пока так, в таком виде. Тут получается еще аж 10 минут, а уже почти все готово. Так что переходим к следующему блюду. Возьму треску. На этот раз постараюсь ее не мыть, но как получится. Никто от этого не застрахован.
никто не знает, что с этой треской будет сейчас. Гаси огонь и пошли готовить треску. Соль, черный перец 3, молотый болгарский 5. Соль, черный перец 3. Самое главное, не забыть. 3. 5, ой, 3. Молотый болгарский 5. Запомнить бы, как он выглядит, чтобы постоянно его не искать. Это что такое сейчас было? 5. И 5 кумина. Кумин это вот где-то такое вот что-то... Ну, что-то такое. Что-то где-то вот... Вот оно. Вот оно, 5. 5 кумина. 1, 2, 3, 4, 5. Идеально, по-моему, получилось. Можно так подать, чтобы нигде больше не накосячить. Обжарьте 35 секунд с каждой стороны. Надеюсь, что это все дело не зависнет у меня где-нибудь. И не получится у меня, как всегда. Тарелку вот такую возьму. Да что так фризит-то, ну? Что-то прям какая-то нездоровая, это нездоровые какие-то зависания. Обжарьте, говорит, с каждой стороны по 45 секунд. Ну, пожалуйста. Ой, по 35 секунд с каждой стороны. Это мне не жалко сделать. Главное, чтобы это все дело не зависло. А то, что треска любит шалить треска. И бывает у нее, она перебуробится куда-нибудь и все, и не пожарится, как в тот раз. Заправить вот этим всем делом, положить треску на противень, поставить в духовку. И лимон на четверти. Самое интересное, это лимон на четверти резать. На самом деле, это во-первых, самое интересное, а во-вторых, самое сложное. А можно поближе поставить? Пожалуйста. Во, вот так вот, чтобы я видел, что я делаю и как я это делаю. Так. Не ори. На 30 секунд надо поставить. Так, 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 так. Что-то она какая-то мутная на самом деле. Она, мне кажется, опять не дожарится. Осталось 20 секунд, она даже до середины не дошла. Может быть, нужно было как-то иначе ее жарить? Но тут не пишут, как ее жарить, поэтому что я могу сделать? Я от себя тебе никакой делать не хочу. Можно было попробовать на сковородке ее махнуть. Хотя она же еще на противень пойдет, поэтому как бы наверняка с ней будет все хорошо. Лимонный сок 5, оливкового масла и топленого масла 5. Давай на полу. Лимонный сок. 5. Да куда ты поползла-то, ну? Хорошо. Топленое масло и оливковое масло. Оливковое. Пятюню. Надо налить эть. И топленого. Самое интересное. Вот это наливать. Самое главное не переборщить. Чутка. Не переборщить, чтобы потом не сказали: вот, ты налил намного. Так, поместите треску на противень. Это несложно сделать. Это вот делается вот так. И... оставить ее там отдыхать, да? На сколько-то? На 45 секунд аж на целых. На 45 секунд. Та-та-та-та-та-та-та. Запускай. Пошло-поехало. Так, что у нас тут с картофелем фри? 30 секунд. Так, картошка жарится. Треска запекается. А лимон режется, собственно говоря. Что мы стоим, ждем? Блин, ну зачем ты отодвигаешься? Ну кто тебя просит? Режу так и режу примерно, ну, наверное, где-то вот, где-то здесь. Опять вот получились маленькие кусочки и большие кусочки. Хотя тоже, в принципе, хорошо получилось-то. Близко к идеалу. Так, треску тоже надо выключать. Угу. Теперь положить эту треску на тарелку,
на ту же. На какую ту же-то? Просто на обычную тарелку надо переложить. Переложу на обычную тарелку. Переложи на тарелку. Переложил. Беру треску. Кладу треску. Все желтенькое, красиво. Так, подожди, петрушка? Петрушка 6 грамм. Это 3 штуки петрушки. 3 петрушки. Раз, два, три. Не очень ровно, ну а что поделаешь? Зато вкусно. Беру стейк. Беру картофан, который лежит весь в сетке, во фритюрнице. Не выпадай только, хорошо? Так, шевелитесь поменьше, ребята. Куда вы все... У-ху-ху-ху-ху. Тихо ты, ну. Ладно, давай попробуем на большую тарелку переложить. Вот это да, шаловливая картошка. Ну, не все же взял-то, ну. Понимал же, что не все взял, и все равно нажал. Но оно так всегда и работает. По-моему, даже на большую тарелку теперь у меня ничего не умещается. Веточка розмарина, сколько там нужно грамм было? Так, 10 грамм, 2 штуки. 10 грамм розмарина. Так, ну пойдем, отдам я это все дело нашему критику ресторанному. Держи, приятного аппетита. 5 звезд. Вот это да, вот это новости. Слава 122 из бесконечности. Мы получили 5 звезд, то бишь закончили, можно сказать. Достигли цели игры, которую нам поставили. Лепота. Ну, техника резки, она всегда хромала и будет хромать. Великий художник может появиться где угодно. Я давно вас верю. Мы что-то там выдержали испытание, наверное, или что-то еще. Не нравится — сделай лучше. Надежный боец. Так, а что это такое? Ты... У меня там заказов куча еще. Куда ты вышел-то? Эй! Это что такое? Это как... Я на самом деле вообще не понял, что произошло. Я хочу заметить, что не нужно мне здесь музыку запускать. Применить. И теперь без звука убираю. Я не понял, мне дали 5 этих звездочек, которые, ну, которые мы так с тобой давно-давно пытались заслужить. И в итоге-то получилось как всегда. Точнее, не как всегда, а то, что я не ожидал вообще. Он взял просто-напросто и... Ну, типа взял, да и все. Типа взял и вышел зачем-то из игры. Мне вот это вот заскринить было так вот. Отлично. И пойду поставлю эту наградку вот сюда. Мне достижений там надавали, если ты не видел, 1 000 000. Я, кстати, не понял, зачем он вышел из игры. Типа игра закончилась, хорош. Продвинутый уровень. Почему мне дали... Достижение за 4 этих. За 4 звезды. Непонятно. Плохая техника нагревания. Я не понял, как ее можно еще нагревать иначе, но, видимо, что-то я делаю не так. Лосось со спаржей. Спаржа с лососем. Я помню, как ее варить, поэтому даже смотреть в рецепт не буду. Я просто пойду и приготовлю. Ее варить так же, как картошку, и лосось просто без масла жарится на гриле. Тут ничего сложного нет. Кстати. А, ну нам нужно день завершить. Я хотел сказать, что серия подходит к концу, но до конца серии примерно еще минут 8. 20 же грамм соли. 20. Кто же сомневается в этом? 20 же? 20 грамм соли. И 5 спаржин, я помню, 5 спаржин. Пойдем, возьму спаржу. Открой холодос. Открой нижнюю полку. И раз, два, три, четыре, пять. 5 спаржин. Да. Теперь 100 секунд варить. Беру. Зачем я так сделал, не знаю. Можно было минуту просто прибавить, и было бы все гораздо проще. Возьми филе лосося, посоли, поперчи и обжарить с каждой стороны по минуте. Так. Соль, перец 5. Соль, перец 5 грамм. Это не так сложно. Угу.
Хорошо. И 60 секунд. Пойду возьму второй. Так. Второй таймер, чтобы знать, сколько времени прошло. Чтобы знать, сколько времени все жарить. А то же я могу же ведь и забыть что-то выключить, могу забыть что-то убрать, могу забыть что-то там, я не знаю. Да брось ты. Они не бьются, смотри-ка. Ну нет, ну поровнее поставь. Теперь. Чё теперь-то? Теперь пойдем к следующему блюду. Креветки. Топленого масла 30, соли 10, перца 10 и креветок. 30 топленого. Соли 10, перца 10. Так же делаю все, нет? А то, может, я перепутал что? Не, не перепутал. Не могу же я так просто взять и перепутать. Ты... Гаси. Я не то сначала выключил. Ну, то есть я то как бы... То вроде как бы выключил, но... Но. По 60 с каждой стороны. Я уже испугался, что я переборщил. Кстати, 60 секунд прошло, а он уже черный. А, не, смотри-ка, заново пошел. Хорошо. Я соль туда насыпал, нет? Я насыпал туда соли, я забыл. Я забыл, сыпал ли я соль. И потерял ее, кстати. А куда я ее потерять мог? Куда я мог потерять соль? Вот она где соль. Ну я еще насыплю еще. Пиздец. Вот это я насыпал, вот это молодец. Вот это молодец. Выливаем. Смесь. За два блюда браться сразу, это прям, знаешь, это не мое. С учетом того, что я перепутал вообще все. Я насыпал больше немного, чем нужно. Чуть не сжег лосося. Я подожду, пожалуй, лучше. Лучше подождать, чем оплошаться просто и сдать однозвездочное блюдо. Все, готово. Гаси. Сколько там осталось? Аж 4,5 минуты. Но у меня время есть, поэтому, пожалуй, начну. Начну просто с креветок. 5. 5 же нужно-то. 10, ёлки-палки, накосячил. 10. 10. И перца 10. Теперь беру 6 креветок. Я боюсь теперь этого холодильника, потому что он бывает дурит. 3, 4, 5, 6. Естественно, все по старинке разбрыляем. Размешаем, чтобы жарилось все равномерно. Ставлю на сковородку, на плиту и жарю 50 секунд. А пока жарится, режу лимоны. Точнее, не лимоны, а лимон. Лимон. Пеп, переп, тип, переп. Беру, 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 беру. Я буду резать примерно, не знаю, как получится. Ну, вот как получилось. 24, 14, 18, 24. Ну, прям как будто на отвали. Хотя я так и сделал. Беру глубокую тарелку, насыпаю туда лимоны. Нет, не насыпаю туда лимоны, хочу еще раз сделать. Блять. Хочу порезать лимоны еще раз. Давай уже, хватит. Беру лимон и режу его. Ну подожди, вот... Отсюда примерно где-то вот так. А вот оттуда... Оттуда... Ну если смотреть относительно доски, смотри-ка. Наверное, где-то здесь. Хотя, наверное, где-то вот... Туточки.
20, 25, 22, 13, блядь, еще не легче. Ладно, что ж поделаешь. Как получилось, так получилось. Беру, значит, сюда выливаю все, что есть, и 6 грамм петрушки. 6 грамм петрушки здесь это самое, самое нужное. Угу, угу. Угу. 6 грамм петрушки. 2, 3. Пойду положу. Пойду заправлю лимонным соком. 5 миллилитров. И все. 5 миллилитров лимонного сока где? Где мой лимонный сок? Быстро мне 5 миллилитров лимонного сока. Ой, чуть-чуть ножками потоптался. Ну ничего страшного. Вкуснее будет. Так. Что-то не пожелтело. Почему это, как ее называют, лосося не пожелтела? Это очень странно. Возьму вот эту тарелку, вот эту возьму тарелку и наложу туда спаржи. Ммм, вкуснятина. Пойду отдам. Приятного аппетита. 5 звезд. Идеальное блюдо. Идеальное блюдо. Жалобы гостей, никаких жалоб нет. И в помине быть не может. Теперь креветки. Тоже должно быть 5 звезд. Хотя немножечко там я наплашал с лимонами, но... Но кого это вообще волнует? У меня 5-звездочный ресторан. Окей. Окей. На сегодня это все. Завершите работу и принимайтесь за уборку. Да я работу завершил. В целом-то. Воды нужно только вылить. Так. Так. И в целом-то... Давай, пропустим фазу уборки. И теперь, знаешь, что сделаем? Прокачаем какой-нибудь перк. Какой там дадут нам с тобой. Аж 32 тысячи опыта у меня есть. Смотри, какая красота. Выбери навыки, говорит мне игра. Давай пусть платят больше. Типа здесь особо больше нечего. Рецепт. Это что такое-то? 26 очков, 38 очков, 49 очков. Свиное филе в смородиновой глазури с краснокочанной капустой и клёцки с тимьяном. Ух, блядь. Давай попробуем, короче, его взять. Это блюдо, не знаю, насколько... Насколько оно сложно готовится, но а что поделаешь. Мы все равно 5 звезд получили, не знаю, я... Алло и Олио, это... Наше с тобой фирменное блюдо в сегодняшнем дне. Но мы с тобой прощаемся. Сейчас оно все загрузится, и я скажу все, что хотел. Если оно загрузится. Оно же ведь бывает висит все постоянно, и хрен его знает, как это работает. Но, эй, товарищ. Ну, видать, на этом заканчиваем. По возможности я буду теперь выпускать этот кукинг-симулятор, то есть он будет выходить не каждый день, потому что 5 звезд мы получили, цель игры добились. А будет выходить, может, раз в 2 дня, раз в, там, в 3 дня, не знаю, как-то там, как получится, в общем. Буду его записывать. И будут другие у нас игрушечки, другие симуляторы, другие у нас всякие там разные игрушки. Надеюсь, что он сохранит этот день и не придется мне потом переигрывать заново. А на этом хочу попрощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующих видео. Обязательно подпишись на паблик ВКонтакте, который указан в ссылке в описании. И всем пока.